Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Господь с вами. И с Духом Твоим. Братья и сестры, вместе мы хотим еще раз собираться на этого молитва. Это пятницу, когда мы думаем о страдании Иисуса. И тоже мы хотим соединиться с Его страданием, Его жертвой. И жертвовать самим себе сейчас через это святое месса. Чтобы наше сердце, наша любовь будет эта жертва, что мы приносим перед Господом. Поэтому сейчас мы помним наши грехи. Мы просим Бог, что Он дает нам Его прощение. Исповедую Богу всемогущему и вам, братья и сестры, что я много согрешил мыслью, словом, делом и несовершением добра по моей величайшей вине. Поэтому прошу блаженную Преснодеву Марию, всех ангелов и святых и вас, братья и сестры, молиться обо мне, Господу Богу нашему. Помилует нас всемогущий Бог и простив грехи наши, да приведет нас к жизни вечной. Аминь. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Всемогущий вечный Божий, соделай, дабы воля наша всегда была предана Тебе, и мы искренним сердцем служили величию Твоему,
через Господа нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, который с Тобою живет и царствует, единство Святого Духа, Бог во веки веков. Аминь. Чтение с послания святого апостола Павла к Ефесянам. Братья, я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны, со всяким смиренномудрием и кротостью, и долготерпением, снисходя друг к другу любовью, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира, одно тело и один Дух, как вы и призваны, к одной надежде вашего звания. Один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, который над всеми, через всех и во всех нас. Слово Божие. Таков род ищущих лица Твоего, Господи. Таков род ищущих лица Твоего, Господи. Господня земля, и что наполняет ее, вселенная и все живущие в ней, ибо Он основал ее на морях и на реках утвердил ее. Таков род ищущих лица Твоего, Господи! Кто взойдет на гору Господню, или кто станет на святом месте Его? Тот, у которого руки не повинны и сердце чисто, кто не клялся душою своею, напрасно. Таков род ищущих лица Твоего, Господи. Тот получит благословение от Господа и милость от Бога, Спасителя своего. Таков род ищущих Его, ищущих лица Твоего, Боже Иакова. Таков род ищущих лица Твоего, Господи. Благословен Ты, Отче, Господи неба и земли, что тайну царства открыл младенцам. Господь с вами. Чтение Святого Евангелия от Луки. Слава Тебе, Господи! В то время Иисус сказал народу, когда вы видите облако, поднимающееся с запада, тотчас говорите, дождь будет. И бывает так. И когда дует юноший ветер, говорите, зной будет, и бывает. Лицемеры, лице земли и неба распознавать умеете. Как же времени сего не узнаете? Зачем же вы и по самим себе не судите, чему быть должно? Когда ты идешь соперником своим к начальству, то на дороге постарайтесь освободиться от него, чтобы он не привел тебя к суде. А судья не отдаст тебя истязателю, и истязатель не вверг тебя в темницу. Сказываю тебе, ты
не выйдешь оттуда, пока не отдашь и последние получки. Слово Господне. Хвала тебе, Христе. Это так красиво. Как святой Павел нам скажет, что мы должны жить по этого призвания, что Бог нам дал. Мы должны быть по-другому. Умолюсь вас поступать достойно звания, в которое вы призваны, со всяким смиренным мудрием и кротостью, и долготерпением. Это так красиво, потому что мы понимаем, что у нас есть что-то особенное. Мы не как всех. Бог дал нам больше. Мы понимаем больше, чем обычный. И это дар, что Бог нам дал. И еще раз, это дары Божие никогда для нас сам. Это всегда для других. Чтобы мы можем свидетельствовать перед ними. Чтобы мы тоже можем дать пример от всех, что значит быть верующим. И это мы должны жить. Поэтому это так красиво. Да, вы призваны быть смиренны, быть терпеливы, быть кротки. И кто нам дал пример от этого? Иисус сам. Хорошо, пятницу. Мы думаем всегда пятницу. Я думаю от страданий, и тоже если не первый пятницу, я думаю все равно от сердца Иисуса. И что Он сказал нам? Учитесь для меня, потому что я кроткий и смиренный сердцем. Так мы должны быть. Я сейчас слышал доклад как раз до Святой Мессы. И там один из наших священников говорил от одной святая и дал цитацию от ее, как Иисус ей говорил, что смиренность самое главное. И что как раз через нашу гордость это самый простой возможность, чтобы сатана нам искушает. Потому что, когда мы не смиренны, мы падаем так быстро. И если мы чуть-чуть размышляем, мы понимаем это. Это совсем ясно, потому что кто гордый? И как она сказала это? Потому что, когда человек хочет сам что делать, потому что они справедливые, они тогда они слабы. Потому что наши отношения должно быть всегда это отношение для детей, до Бога. Я ищу все для Ему, чтобы Он дал мне, что нужно. Поэтому был чуть-чуть из этого Евангелия. Иисус скажет, лицемерие, вы понимаете, все для этого мира, но ничего от Бога. Потому что мы занимаемся из этого, мы думаем, что мы что-то знаем. Но самое главное вещь вокруг нас, духовная реальность, что Мессия пришел, они не поняли, потому что были горды, были самостоятельны, они знали, я здесь, я знаю, я могу, я имею. И это не наше призвание. Мы призваны быть дети маленькие. Что я заметил, да, Бог дал мне, Он дал мне это призвание, Он хочет, что я буду смиренный, кроткий, долготерпеливый. И Он хочет, чтобы мы учим от Ему, что я делаю все через сил Его, не через сил мой. Потому что, да, я здесь, я мужчина верю, отец Франческо, я священник, я все знаю, я все делаю. Нет. Наоборот. Должно быть, что я так смиренный заметим. Да, все, что у меня есть, Бог мне дал. Хорошо, Он дал мне эту ответственность. Я буду делать все, что я могу по ответственности мой, но через Его силу, потому что я слабый. Сам я не могу. Что Иисус сказал? Вы не можете даже не сказать «Абба, Отче, без помощи Святого Духа». Проблема это, когда мы начинаем думать, что я сам. А, это так красиво. Старайтесь сохранить единство Духа в союзе мира. Одно тело и один Дух. Как вы призваны к
одной надежде вашего звания. Один Господь, один вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, который над всеми, через всех и за всех нас. Аминь. Номер 171. Братья и сестры, чтобы моя и ваша жертва была угодна Богу Отцу Всемогущему. Да примет Господь жертву из рук твоих во хвалу и славу имени своего, равно и на музу нашу, и всей церкви своей святой. Молим Тебя, Боже, сподобь нас свободным сердцем принести Тебе дары, чтобы очищены благодатью Твоей. Мы обновились тайнами, которые совершаем через Христа Господа нашего. Аминь. Господь с вами. И с Духом Твоим. С сердца. Имеем их у Господа. Возблагодарим Господа Бога нашего. Достойно это и праведно. Поистину достойно и праведно, должно и спасительно нам всегда и везде благодарить Тебя в святые очи. Через Иисуса Христа, Сына Твоего возлюбленного, Слово Твое, которым Ты все сотворил, посланного Тобою Спасителя нашего и Искупителя, воплотившегося Духа Святого и от Девы рожденного, исполняя волю Твою и обретая Тебе народ святой, Он, страдая, распростер руки на кресте, дабы разрушить смерть и явить воскресенье. И поэтому мы с ангелами и всеми святыми славу Твою возвещаем, единым глазом взывая. Господи, источник всякой святости. Поэтому просим, освети эти дары Духом Твоим, подобно росе нисходящим, дабы они стали для нас телом и кровью Господа нашего Иисуса Христа. Он же, добровольно предавая Себя на страдания, взял хлеб и Тебе, вознося благодарение, преломил и подал ученикам своим, говоря: «Примите и вкусите от него все, ибо это есть тело мое, которое за вас
будет предана. Подобным образом после вечери, взяв также чашу и вновь вознося тебе благодарение, он подал ученикам своим, говоря: «Примите и пейте из нее все, ибо это есть чаша крови моей, нового и вечного завета, которая за вас и за многих прольется в отпущение грехов. Это совершайте в память обо мне». Тайна веры. Освящаем, Господи, и воскресение Твое исповедуем, доколе Ты придешь. Поэтому, вспоминая смерть и воскресение Его, Тебе, Господи, приносим хлеб жизни и чашу спасения, и благодарим Тебя, ибо Ты удостоил нас стоять пред Тобою и служить Тебе. И смиренно молим, чтобы, причащаясь тела и крови Христа, мы были собраны Духом Святым воедино. Помни, Господи, о Церкви Твоей, распространенной по всей земле, и соделай ее совершенной внутри, вместе с Папой нашим Франциском и епископом нашим Аделью и всем духовенством. Помни также братьев и сестер наших, усопших в надежде воскресения, и всех почивших в Твоем милосердии, и да пусти их в свет лица Твоего. Просим, помилуй нас всех, дабы вместе с блаженной Богородицей Девой Марией, блаженным Иосифом и ее обручником, блаженными апостолами и всеми святыми, от века Тебе угодившими, мы удостоились быть участниками вечной жизни и Тебя восхваляли и прославляли через Сына Твоего, Иисуса Христа. Через Него и с Ним и в Нем Тебе, Богу Отцу Всемогущему, единстве Духа Святого, всякая честь и слава во все веки веков. Аминь. Спасительными заповедями в Татноводне и божественным наставлением на учение дерзаем говорить: Отче наш, суши на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, как на небе, так и на земле. Хлеб наш насущный, дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого. Избавь нас, просим Тебя, Господи, от всякого зла, даруй милостивыми во дни наши, дабы укрепление силою милосердия Твоего мы были всегда свободны от греха и ограждены от всякого смятения, ожидая блаженного упования и пришествия Спасителя нашего Иисуса Христа. Ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Господи Иисусе Христе, Ты сказал апостолам Своим: «Мир оставляю вам, мир мой даю вам, не взирай на грехи наши, но на веру Церкви Твоей, и по воле Твоей благоволю мирить и объединить ее, и живущий, и царствующий во веки веков. Аминь. Господа, да будет всегда с вами.
и со Духом Твоим. Дайте друг другу мир. Агнец Божий, отъемлющий грехи мира, помилуй нас. Агнец Божий, отъемлющий грехи мира, помилуй нас. Агнец Божий, отъемлющий грехи мира, дари нам мир. Вот Агнец Божий, вот отъемлющий грехи мира, блажены званы на вечер у Агнца. Господи, я не достоин, чтобы Ты вошел под кровь мою, но скажи только слово, и исцелится душа моя.
Просим Тебя, Господи, дай послужить нам во благо участие в небесных тайнах, дабы и мы обрели им помощь во времени и наставление для вечности. Через Христа Господа нашего. Аминь. Матерь, Тебе принадлежу отныне и навеки. С Тобою и через Тебя я хочу навсегда принадлежать Господу нашему Иисусу Христу. Аминь. Господь с вами. И со Духом Твоим. Да благословит вас всемогущий Бог, Отец и Сын и Дух Святой. Аминь. Идите, месса совершилась. Благодарение Богу. Номер 220. Ангел Михаил, защити нас в битве против лукавств и козней дьявола. Будь нам заступником, да повелит ему Господь. Смиренно молим, а ты, князь небесного воинства, силой Божьей вергни фат сатану и других злых духов, бродящих по миру, на погибель душам. Аминь. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.